После выхода предыдущего ролика, где мы впервые сыграли в арену Breakout Infinite, с нами связались разработчики и предложили дать секретный доступ к тест-серверу с частичным контентом из будущего первого сезона, который выйдет уже совсем скоро. Ну а мы, долго не думая, решили вновь вернуться в арену. Друзья, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Кофе, и добро пожаловать на новое видео. Ну что же, сегодня мы отправимся в рейд на расширенную версию карты Арсенал. Посмотрим на новое событие Шторм на карте Ферма. Сыграем с новым оружием, и да, теперь можно создать женского персонажа. Но самое главное, это компенсация за читеров. Если вдруг вы потеряли все из-за грязных читаков, то теперь вы можете об этом не переживать. Они точно будут наказаны, а вам вернется все, что потеряли. Все это и многое другое ждет нас в первом сезоне, так что давайте смотри. Вам, друзья, желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Ну а мы погнали. И да, ссылочка на скачивание арены будет в описании, так что заходите и играйте. Друзья, просто для понимания, я уверен на 100%, нас ждет такая жесть. Наше снаряжение стоит минимум по 2 миллиона коинов. Значит, у меня шлем 300 тысяч. У меня тоже. Стоит. У меня значит, тоже. Броня 400. У меня тысяч. Тоже. Да. Наушники. Ты же, тебя сумка там не жмет, а то браток, она какая-то. Смотри сюда, какая. Ой-ой-ой, золотой дигл. Вот это я понимаю. Слушай, ну будет самое смешное, мы просто сейчас, ребята, накупили всего-всего на 2 миллиона коинов, и будет смешно, если мы сейчас умрем буквально с первого же, ну вот с первой встречи. Знаешь, смотри, это карта Арсенал, и этот режим намного сложнее, чем все предыдущие, потому что, во-первых, здесь уси... Ты куда стреляешь? Там тип, там тип, там тип. Дау, 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 убегают. Вижу, вижу, вижу. Дау. Патронов. Убил одного. А как так, в смысле? О, я вижу, 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 вижу. Короче, там тип вдалеке где-то. Да, 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 да. Убежал там, буквально на один выстрел ему осталось. Ладно, мы с тобой жесткие, это надо держать в голове. У нас это с тобой факт. Броня на 2 миллиона. Нам как минимум... Тип справа! Убил! Охренеть, у меня пулемет! Давай, подожди, давай более тактично играть. Ты что натворил вообще, а? И вот нужно понять, это... Да почему патронов нету? Что за фиг... Я не подготовился максимально, погоди. А мне справа стреляют. Там что-то... Вот убил? Минус один вот сделал. Я. Еще один был, еще один был, еще один был. Вот, вижу. Все, подожди, мне штуку. Все, убил, 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 убил. Так, ребят, я просто реально был не готов к этому максимально. Я не знаю, почему. У меня вот, все. Я фонарь снял, у меня все оружие было без припасов, без чего-либо вообще. Нужно понять, мы убили. Можем, пойдем левого, левого залутаем. Погоди, там я, хочу, я хочу понять, мы исполнителя убили или нет. А, блин, вот слева них... исполнитель был, без тут шмота просто, чтоб ты понимал, тут столько всего у них, это жесть. Я еще убил не исполнителя, я убил, походу, просто обычного бота, но тут котика. И рюкзаки, ну, да. Пойдем за мной, вон там вот сломанный ЖК-экран, вот это я заберу. То есть смотри, в чем прикол этого режима, то что он намного сложнее, чем тот предыдущий на ферме. Здесь и боты посложнее, и типы, которые против нас играют, тоже поувереннее чувствуют себя. Ну, они высоких уровней, как и мы. Да. А в лесу перед вижу. Нами. Тихо, отойди. Ну... Все, найс, 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 убили, убили. Еще. Да, молодец, еще. Ты в левую руку засунул. Я Олег, не давай. Стрелял по тебе! А кто мне в левую руку засунул? Это ну бот, наверное, с которого да, ты стрелялся. Ну, бот, ну, я, бот. Я в тебя не стрелял. Смотри, в чем прикол? Нам надо, соответственно, выполнить какие-то задания и для эвакуации. То есть у нас есть 4 точки эвакуации, но для этого нам надо найти переключатель в зоне досмотра арсенала, например, да. Здесь, чтобы открыть воротные туннели, нам надо переключатель в зоне досмотра арсенала. То есть нам так или иначе с тобой нужно идти в арсенал и, соответственно, там всю вот эту тему переключать. Я надеюсь. Здесь нам хватит патронов, а то, если честно... Если что, я поделюсь, у меня есть. Нет, просто такое ощущение складывается реально то, что нам патронов не хватит. Я поэтому с тобой хочу более тактично играть. Давай, давай, я посмотрю пока, что находится так, внутри. Так, подожди, запуск привода, я какой-то о, привод да, могу да, запустить. Да, 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 вот это и надо, наверное, делать. Я нашел какую-то ленту, но это не нужно. Вот, активация привода ворот, двигатель ворот будет запущен через минуту 40 секунд. И таким образом, скорее всего, мы сможем открыть... Слышишь этот звук? Да, гудит. Вот, вот этот вот откроется, видимо. Подожди, стоп! Это сирена! Видимо, о! Нам сейчас надо защищать вот этот вот вход. Так что палим в него не, и. Не, мне кажется, вряд ли его. Так, эта дверь закрыта. Там тоже все закрыто, да? Тут ничего активировать нельзя. Все, тогда погнали обратно, погнали, сейчас выйдем отсюда и налево пойдем дальше. Где-то близко, вот тут слева, аккуратно. Одного да, убил? Ты... Да я кого-нибудь убью! Второго убил! Все, молодец, 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 молодец. Можно я кого-нибудь убью, пожалуйста? Да, а? Да, да, без проблем. Справа. Еще чел. Убил? Блять, головная убил? Пуля, Олег! Че такое, че такое, че такое? Попали? Меня расстреляли,
Пали, максимально. Пали реально? Да. Я не знаю, я двоих убил, вроде нормально. Так, я быстренько подлутаю типочка, посмотрю, что интересного можно найти. Их надо лутать, потому что с них падает много чего полезного. Здесь вообще есть винтовка Мосина, можно забрать. Так, я взял бацманский свисток, отлично. О, патроны, отлично, кстати. Патроны как будто бы те, которые мне надо. Граната, вот это WW. Надо. Спички, термометр, все это заберем, потом на рынке все это продадим. Погоди! Сирена! Сирена закончилась, да, полторы, значит, там туда в здание полторы минуты идти. Прошло, да, все, погнали. Давай. Так, можно что-нибудь нормальное, что-нибудь хорошее. Так, оружейная пуля возьмем, патроны тоже возьмем и... О, универсальная пуля, непробиваемый лицевой щиток. Возьмем. Пламя-гаситель нашел. 12.70, 9.19 патроны. Планка S. Нифига себе. Говорите, вот, стой, погоди. Запуск привода, ворот в зоне, комната охраны в зоне... Вот, я еще один сейчас открываю рычаг, смотри. И опять сирена. Ё-моё. Ой, не час, минуту, 40 тель. Ну ладно, погнали с той стороны зайдем. Окей, давай, вот, сделаем, как ты сказал сделать. Ну че, Салага, ты готов? Аккуратненько. Я слышу их голоса, они ляк, повсюду. Дурак! Нормально! У нас тактическая операция. Главное, держи голову. Я понял, я хилюсь. Давай, иди дальше сам. Я в рот топтал перед твоим прицелом вообще скакать. Перезаряжаться. Магазин. Перезаряжаю автомат. Они сейчас сюда идут. Просто вот тут стоим. Ох ты ж! Так вот, я занял очень тактическое место. Да ты своим фонариком мне так в лицо слепишь! Так я их слеплю! Ты не понимаешь? Мне кажется, им плевать вообще максимально на твой фонарик. Они выходят, понял, и сразу рука вот так вот у них первая вот так вот, знаешь, лицо закрывает типа от фонарика. Так, не стреляй, еще, стой, не отойди! Ну сейчас, я сейчас убью просто еще. Мы с тобой очень тактично сейчас сыграли. Смотри, спину проверь, на всякий случай, в спине может быть типа. Там... Не того. Так, давай залутаем, стой, давай залутаем. Мне кажется, у них очень много чего полезного. Держи в голове то, что если ты умрешь, ты потеряешь 2 мульта как минимум. Это не хотелось бы. Да, просто держи это в голове и все. Да, ребят, ну и местечко, конечно. Куда это мы попали? Что здесь вообще? Да тихо, ты слышал? Нет, забей, мы тут умрем. Я уже хочу домой. Не выходи так. Погнали, доктор. Это человек, это чего? Убил. Чел? Да. Еще какой-то был. Погнали на второй этаж. Погнали на второй этаж, со второго этажа будем работать. Погнали. Только не туда, куда ты пошел. У тебя там много. Уверен, что это тип был? Нормально. Да. Жетон есть, да? М-ки с супрессором. Реально? Да. Ема, так мы еще. Я думал, мы тут с ботами только. Так, ты слышишь, да, вот этого бота? Да. Надо его убить, он меня напрягает что-то, не знаю. Он мне прям вообще не нравится. И мне кажется, что тип второй... За сколько я пушку у типа залутал? За сколько? 220 тысяч. Артем? Снизу где-то. Убил снизу. Но у него вот головной шлем был, да, нормально вижу. Оружие. А, да, реально, смотри, личный жетон авангард. Давай заберем. Тревога на точке эвакуации B1. Видишь, и мы видим тоже, когда тревога на каких-то точках. То есть это реально делают другие игроки. Сколько у него вещей, просто жесть. Это еще я столько стащил. Да я это... у него очень много украл. Это там. Забей, это вообще забей. У меня места не хватает, чтобы забрать все просто для понимания. Так, один вопрос. Нам, чтобы эвакуироваться, нам что надо сделать? Смотри, одна точка эвакуации здесь есть. Видишь, она находится вот B1. Нам так. Вот рядом с нами есть B, ну получается... Сейчас лучок подо мной где-то ходит. Я, если что, вот смотрю, под тобой он вроде там, ничего вот, не вижу. Там вот, в той стороне на Е, на 85. Вижу. Убил! А патроны где? Я не понимаю, почему мне каждый раз... А вот это бот сейчас был или тоже это исполнитель? Это не бот 100%, там тип прям ну на яйцах вышел, я тебе так скажу. Типа прям исполнитель, да? Надо пойти его залутать, давай, пойдем. Давай, сейчас спустимся. Погоди, я еще нашел, подожди, я нашел... Давай. Ой, нет, тут столько всего. А, я не знаю, как это все забрать, как это все унести с собой, это ж места не хватает как просто. Как будто бы надо вот это погнали, убирать да. И просто все. Забирать эти погнали. Ганы у типов. Погнали потому к исполнителю. Они конкретно там стоят. Погнали к исполнителю, погнали, посмотрим, что у него там интересно. Было, мне кажется, уже пора реально уходить отсюда и эвакуироваться по полной. Ой, Артём. Нормально, стреляйся. Если что, отходи, говори, я заменю тебя. Так, давай, иди. Я руку пока захиляю. Посмотри пока справа смотри. Справа есть. Вышел. Давай. Одного nice. Убил. Еще так, есть? Я спину смотрю. Или нет? Я спину прикрываю, если что, смотрю спину. Нет, нам на самом деле как будто бы пора уже идти на зону эвакуации, если как честно. Как будто на бы точку. Реально, да, пойдем. Потому что смотри, в чем прикол. Здесь есть еще второй этаж. Мы были на первом этаже, и это подвал.
есть еще вроде крыши. То есть это все зона, что мы можем лутать. Здесь типа особо ценный, ну, получается, лут валяется и все. Но у нас уже с тобой просто перегруз, я бы, наверное, сказал так. Я бы уже реально бы просто реально дал пойдем, дёру. Пойдем. Поэтому давай-ка попробуем сейчас с тобой добраться до какой-нибудь зоны эвакуации. Тихо-тихо-тихо. Артём! Да. Это исполнитель. Убил. Найс! Да, это исполнитель. Единственное, смотри, вот на каждой точке эвакуации, вот смотри, например, точка третья, да, туннель радиолокационной станции, ворота туннеля закрыты, найдите переключатель в зоне досмотра арсенала. Мы нашли этот переключатель или нет? Вот непонятно. Просто сейчас будет забавно, если мы придем на эту точку, а там все закрыто. Это сейф? Это сейф, подожди. Мне кажется, в сейфе точно должно быть что-то прям очень полезное, не? 5000 коинов, процессор с чипом, нормально. Газовый анализатор 15 тысяч стоит, найс. Вот, блин, взять бы сейчас танк, конечно, и просто проломив все ворота вот так вот на зону эвакуации добраться. Да хотелось бы, да. Было бы славно. Так, а погоди, выход. Выход не здесь. Надо искать выход. У нас, ребят, осталось 8 минут. Я надеюсь, мы сможем выбраться до окончания этого времени, иначе будет все очень, конечно, печально и плачево. Короче, не, ребят, валить надо срочно отсюда. У нас патроны заканчиваются. Тип, там на вышке. У меня вообще патроны. Где? Где на вышке? Сзади. Где? Сзади. Вижу. Патронов нету, да? Нет, есть. Да. А как? О, все, убил. И сейчас еще. Выходит. Сейчас выйдет отсюда. Да. Ребята, у нас просто проблема, реально на проблеме. У нас патроны заканчиваются. Сзади, чел, блядь! Я молю! Патронов нету. Пистолет достань! Нету пистолета у меня! Не покупал я золотой дигл, сэкономил. Я его убил. Все, патроны закончились. Все, сколько здесь патронов у меня? Осталось половина. Ладно, половина нормально, еще жить можно. Главное экономить. Вот, к вышке, пришли к вышке. Там выход есть, там эвакуация, пошли. Артем, тут есть тоже ребята. Ох, блин, на что ж мы подписались? Они сейчас сагрились все, Артем, нужен твой дигл золотой. Пойдем. Куда нам идти дальше? Налево, вот, заходим внутрь. Наверное, внутрь, я не знаю сам, куда идти. Одного убил, еще справа, по идее. Убил. Найс. Так, жди перезарядка. И вот тут я не знаю, куда идти дальше. Олег! Где именно? Убил. Я не знаю, что нам делать. Жди, я какую-то хуйню раскладываю. Что нам делать? Вообще не вынимаю. У нас максимально патовая ситуация. Я же видел твою голову. Иди сюда. Я поднимаюсь к нему. Но у меня патронов очень мало. Ну я же только что видел тебя здесь. Ну куда ты от меня уходишь? Иди сюда. Минус один. Так, наверху типа убил. Артём, мне остался смотри, только нож. Смотри, да, там на мапе на пак написано то, что тоннель именно. Поэтому нам вниз надо. Давай, ладно, я спускаюсь. Давай. Условия аукциона не выполнены. Ворота найдите переключатель в зоне досмотра арсенала. Нет! Ты же понимаешь, что... Пиздец, мы не выжили. Просто два дебила закупились на 2 миллиона, пошли в вылазку и отсосали. Я думал, мы уже все нашли там. Пойдем к первому выходу. Надеюсь, успеем. Хоть как-то. Первому? Давай, побежали. У нас осталось 20 секунд. Все, времени больше нет. Мы бежим без патронов. С кровотечением. Да, просто... вон красная есть. Блять, мы успеем, пожалуйста. 10 секунд. Мы не успеем, потому что на точке еще нужно простоять какое-то время. Ну, ты же помнишь? Не. Так, к сожалению, ну, не работает. Ну, нет, не, ну, хватило, не, буквально, не хватило буквально. Мне 3 секунды не хватило. Это просто жесть. О, операция провалена. 22 убийства у меня. Стоимость добычи 740. А у меня 0 стоимость добычи. У меня 742. Мы 35 минут провели там. Самое главное, что я могу сказать, что мы остались живых. Все-таки как-никак, да? Мы не умерли, мы были, ну, наконец игры, мы еще оставались живых. Так что мы молодцы. Ну что ж, друзья, на этот раз и нас с вами ожидает рейд на ферме. Но погодные условия, к сожалению, не в нашу пользу. А что мне так лицо кто-то за того замочил? Ну так вот, у нас погодка-то не из простых на самом деле. Так, значит, смотри, давай сразу проверим. Мы заспавнили с этой. Соответственно, здесь нам с вами надо дойти до вот этой точки эвакуации. Здесь одна только точка эвакуации именно зеленая и две оранжевые. Но нам нужно именно на зеленую добраться 100%. Ну чё, ну, готов или нет? Они не видно, я тебе так скажу. А я поэтому его и снял. Я другой шлем наделал. Более простенький. Без вот этого козырька, который был у нас в прошлый раз. Так, значит, смотри, да? Я взял на этот раз, ну, также М416. Видишь, типа, сверху? Хорош, Артём, красава. Да, красава. Он не умирает! Убил.
Короче, я взял и, ну, скорострельную винтовку, да, автомат, и взял просто обычную винтовку. Так, мы что-то лутаем или да, сразу идем? Да, не-не-не, конечно, лутаем, конечно. Слушай, мне интересно, как будет играться вот с такими погодными усами, потому что, по сути, перетип, тихо. И слева где-то еще слышал. Потому что... Да, где-то слева, подожди. Справа, слева, везде. Где-то сверху. Я из-за этого сверху, дождя сверху. Не вижу. Вот, я про это и хотел сказать. То, что видимость нулевая, это раз, да? И звуки, мне по идее кажется, звуки шагов должны глушиться вообще. Ну нет, у меня наушники. А как я его не убил? Чего вообще? Допустим, мы этого не видели, такое тоже случается. Давай внутрь пойдем. Да, пойдем вот здесь вот. Слушай, двое. Мне кажется, у нас такое снаряжение, что нас вообще вряд ли кто-то остановит, не? Так, я захожу внутрь. Как он не умирает? Где-то за дверью. Сколько хп у них, я не понимаю. Короче, я у охранника просто каску украл. Хорош. Еще одного убил. Так, у меня еще половина патронов осталось, половина магазина, нормально. Не-не-не, я пока внутри вот здесь лутаю, сейчас посмотрю, что типа было интересного. Слушай, но мне кажется, что на ферме намного меньше лута, чем... Ну это факт, чем в арсенале. Да, потому что в арсенале там, конечно, убил. Прям столько всего было, ребят, здесь, мне кажется, будет поменьше. Вот, кстати, первую помощь я возьму, сайга. Ну, патроны для саги не нужны. Так, ладно, давай попробуем добраться до конюшен, либо до мотеля. Вот там уже лут точно должен быть, ну, поэтому... скорее всего, да. Не, ну, как аккуратно. Дороги. Давай, стой! Ты уверен, что ты хочешь прямо по дороге идти? Я бы вот, наверное, не рисковал. Да. Я напоминаю, Артём, то, что у нас с тобой вещи на два мульта. Я просто так слово сейчас скажу. Да нормально, один раз просрали, два раза уже не так обидно. Ну вот поэтому я и говорю, что лучше давай-ка мы, может, чуть аккуратнее, мы как бы сбавим, понимаешь, темпы все-таки, не? Вот единственное, что меня раздражает, твой конченый фонарик, который по КД мне в лицо слепит. Я его выключил, а так-то не смотри на меня просто и все. Я специально... перед нами. Вижу. Стоп, стоп, погоди. Подожди. Одного убил. Дай мне хотя бы кого-нибудь. Нет, я всех убью. Убил! Какой ты засранец. Блин, капец, ты топаешь громко просто. Ты как слоняра реально идешь. Ты можешь потише ходить, а? Да зачем? Нормально, я еще орать могу идти. Хочешь? Не надо. Так, здесь. Да, приколы, может... О, бабы нашел. Магнит. Не, я вообще ничего не нашел. На рыбалочку идем магнитную? Да, давай. Я думаю, если нас просто кто-то увидит, то нас просто сразу должны пугаться. Ну, то есть, если исполнители... Скажи честно, ты Олег дискотека или что? То фонарик, то лазер. Я не. Нахрена ты это ставишь? Лазер пусть будет, или что это? Это все это тактическое... Стой, погоди. Мы с тобой до конюшен... Мы с тобой до конюшен добрались. Тихо, справа тоже слышишь. Тип... Нет, показалось. Я смотрю справа, ты смотри слева. Я не вижу ничего. Слева убил. А ты без глушителя не надевал, да? Нет. Ну да, действительно, глушитель зачем? Для лохов. Зачем, конечно, глушитель на тактическую миссию надевать? Я могу еще вот так вот бежать, орать и топать! Не надо. Внутри, чуть адекватнее, субординацию соблюдаю. Слушай, ну как будто бы... О, погоди, стоп. А не, я контуженный, Олег. Стой, погоди. Ящик с премиальным оружием нашел, прикинь. Ни хрена себе. О, вот это новый пистолет-пулемет. Я все забрал. Я как понимаю, я вообще сегодня никого не убью, да? Просто, и Артем все киллы забирает. Конечно надо, конечно. Олег, иди сюда, мыло возьми. А то ты чел уронил. О, сейф, погоди. Молодец, что ты запустил? Ну 18 секунд просто постоять здесь надо. А, ну халява, давай. Не, нормально. Делаем вид, что здесь типа никого нету просто и все. 10 секунд еще. Молодец, ноги ломай дальше, давай. Что? 10 секунды. Фак, смотри, уши мне лестницу, смогу. Пожалуйста. Так, здесь, по идее, деньги должны быть, как обычно, да? В сейфах обычно деньги, и здесь у нас... Да! Деньги? 5600 коинов, отлично, и ультрафиолетовая лампа. Ну, я реально Олег дискотека, забираешь? Реально. Так, смотри, ладно, конюшни, по идее, залутали. Мне кажется, мы можем добраться до мотеля, как будто бы, не? Посмотреть, что там. Ну, пойдем. Я бы реально исполнители просто... Вот где-то спереди на мосте должны быть исполнители. Артём? А? У меня. Где? У меня кто-то ходит здесь. Я слышу, да, справа. Слева. Вот он. Слева. Исполнитель. Да, nice. По-моему, это был исполнитель. Нет. Так, ну пока мы особо врагов не встречаем, что странно. Как будто бы должны быть прям на каждом углу появляться, но счет как-то пока никого нету. Странно. Карманная бумага. Отличный лут, просто замечательная лампочка. Патрончики, вот. Бинцевый, это тоже забирай. Нормально. Все, больше ничего нет. Так, вопрос, да, это мы был пойдем бот в мотель или да, нет? Да, погнали. Нам лутаться надо, нам с тобой как-то надо компенсировать эти 2 миллиона, потерянные в прошлой гаге. Как будто бы очень долго будем окупать. Ну так надо компенсировать же как-то, надо же все-таки, а? Стоп, вижу, стоп. Так, погоди, вот он сейчас, по идее, вот здесь должен выйти. Это вот тут у меня. Я вот не понимаю, это тип или не тип? Ты что, если честно, то мне очень нравится дождь на этой карте.
Ну да, прям, очень вайбово. Я прям кайфую от этого. И звук... Вот ты можешь мне кого-то оставить? Вот. Так а что я сделаю? Тип на меня выходит. Я про это говорю, мне кажется, это исполнитель без был. Без личного жетона. Не-не-не, без личного жетона, да. Так, смотри, двери, кстати, открыты. Тихо-тихо. Присядь. Направо нам, направо. А, нет. Справа тупик. Там где-то лестница должна быть. Стоп, тихо. Идел. Минус один. Да. Вы что, гоните или что? Давай. Минус один, одного убил. Пойдем, заходим. Еще один. Я справа. Да ты, ё-моё, Вась, ты прям... Давай, иди. Это что? Я не знаю. А, это игровой автомат или что это? Погоди, что за звук был? Вон, анимешка включилась. Подожди, тут очень много. Пойдем на второй этаж. Подожди, стой. Так мы первый, давай, стой, сначала обработаем до конца. Сам обрабатывай. Слева резко. Чего? Нифига себе. Так, я на отхил ухожу. Фига он, нет, слышишь, это как будто не бот сейчас был. Не-не-не-не-не, там меня так проношили сейчас. Ну вот, кстати, да, у одного из них была дымовая граната. Возможно, это все-таки реально бот кинул. Ну вопрос, зачем? Где логика какая, я не понимаю. Я нашел наушники, прикинь, наушники ни разу еще не находил. Сколько стоит? Заточенный нож. Нашел жетон какой-то, прикинь. Нет, подожди, вот это, походу, исполнитель уже. И у него сахар. Возможно. Да, у него прям какие-то... Ну, это, возможно, исполнитель. Я просто... Он прям... Я нашел какой-то золотой именно нож. Короче, не знаю, ребят, жетон это не жетон. Но как будто бы это жетон. Так, а ты на втором этаже сейчас, да? Да, я уже на втором. Давай, я иду к тебе. Просто реально, там был очень странный момент, меня там прям надамажили очень сильно, как будто бы это реально был игрок. Так, ну все, вроде бы все залутали, я думаю, мы можем валить отсюда, что скажешь? Давай, смотри, все, смотри, теперь, по сути, мы... Аккуратнее могут нас спасти, если я предлагаю дойти, да, я понимаю, я предлагаю идти к самой дальней точке эвакуации, потому что у нас лут, да, пошли туда. И если по дороге кого-то встретим, то, я надеюсь, будет файт. Вижу на крыше, погоди. Тип на крыше, да. Уже тихо. Да, там тип с дробовиком. Я не попал, что? Попал? Попал, да. Еще давай раз. Еще. Но это бот, как будто бы. Это как будто, это бот. Да. Мне кажется, аккуратно, там еще. Где-то поблизости. Вон еще вижу, чел, он вдалеке на лестнице. Не вижу. Убил. А, у меня ты вообще... тепловизор, да. А, да, ты конец. А, тепловизор, понятно. Так а за что сколько, я ради команды сколько, сидел? За сколько тепловизор еще купили? Еще чел, стоит два чела в доме. Одного вижу. Убил. Убивай второго. Убил? Вижу, сзади двое идут. Так, по каске попал одному. Одного какого-то убили. Еще слушай, вправо к дороге убежал чел. Вижу. Вот он за сеном вот этим. Давай, я смотрю сено просто издалека. Просто он не выйдет оттуда. А? Все, убил. Пошли проверим, чел, подожди. У меня еще в поле. Где еще? Еще в поле? Да. Вроде убил. Стреляй. Иду. А че их так дофига? Олег, он очень сильный, я не понимаю. Еще, по идее, справа по мне кто-то стрелял из поля. Вижу. Убил. Справа с поля убил. А где еще ты про сильного какого-то говорил? Я убил. Вот они на дороге валяются. Так, подожди, мне нужно понять, это бот все или кто это, или это вообще исполнители? Непонятно. Ничего себе, латунная труба, вот это возьмем, она золотая вся какая-то, возьмем. Олег имеет заверять. Подожди, нет, а все, больше ничего такого, это походу тоже боты, я не понимаю, у них еще какой-то обход или что территория, что это такое? Фиг знает. Все, ладно, погнали. Вот, спереди видел, на ЕЕ за автобусами побежали. Вижу. Убил. Хорош. Так, ну мы, кстати, почти добрались до зоны эвакуации. И причем, заметь, мы бежим просто уже напролом по главной Олег, дороге. Олег, а у тебя дропа много? Нормально достаточно, что? Да, я думаю, может это топ-10 аниме-предатель сделать. Не, ты че, Вася, офигел? Нельзя так делать. Не, у меня очень много вещей, я не знаю, цены, не цены, но я старался подбирать все то, что мы находили. На втором этаже вижу, подожди. Давай. Убил. Вижу, на втором этаже лучший. Убил. Тогда не в дом зайдем? Вижу. Где? Убил. Найс, молодец. Так, ну пошли в дом. Так, подожди, стоп, у меня легкий голод, погоди. Легкий голод тоже. Надо перекусить. По расписанию. Ты давай там, слышишь, пока я зачистил, я пока тут водичку попью, все вот это сделаю. Я могу тебе вон это, венский лимонад, хочешь? Не, спасибо, не надо. Так, что у него, что-то интересное было, не? Так, ну слышишь, если бы мы у каждого оружия... 20 тысяч. О, да это хорошо. Если бы мы у каждого еще оружие забирали бы, прикинь, сколько денег мы просто заработали. Ну это по факту. И вот все вот эти вот магазины, это было бы здорово, конечно. Смотри, а что тут, чел? Это я его убил. А, ты его убил, нифига себе. Yes, sir, да, это был меткий выстрел со снайперской винтовки. Так, здесь тоже пусто. Погнали, ладно, что тогда. Здесь зачистили, идем дальше. Я пока здесь никого не вижу, здесь пока чисто. Я вот здесь где-то... Типа одна... спереди. Тип, спереди, да. В ангаре видел. Подожди, я убил. Найс.
Еще звуки есть. Да, они там же, в ангаре, походу. Болтики. Вот я просто кайфую от того, что они носят с собой. Зачем в кармане вот болты? Вот просто я реально не понимаю. Они мужики работящие, что поделать? Да, работящие, конечно. Но тут вроде никого больше нету, тут вроде все зачистили. Ну, да. Как же ты громко бегаешь, как слоняра просто. Да ты тоже, алло, у тебя наушники просто, поэтому я понимаю, да, но просто как же громко ты это делаешь. Так, мы добрались до точки эвакуации. Ну, nice. Я попаду Давай. Сегодня когда-нибудь в кого-нибудь или мне... А ты... Вон Всё. Он, да, найс. Nice. Убил. Всё, пойдём эвакуация и Всё. Погнали домой. Давай. Итак, будем смотреть. Я не знаю, были ли вообще исполнители на нашем пути, но как будто бы нет. Но вот этот жетон, который 80. Я подобрал, я не знаю, что это такое. И у нас на счёт по нашей идеальный рейд... А, не было исполнителя, да. Ну, нормально. 80 тысяч... Сколько тебя убить? 80 тысяч. 14, а у тебя... 27. Нормально. Ну что ж, друзья, вот такой вот ролик у нас сегодня получился. Надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, вы кайфанули и поставили лайк и подписались на канал. Все то, что мы показали в сегодняшнем ролике, это лишь только малая часть от того, что нас будет ждать в первом сезоне. Так что я уверен, будет реально очень круто. Ну что ж, вам еще раз огромное спасибо за просмотр этого ролика. Надеюсь, все понравилось. Напоминаю, что ссылочка на скачивание арены Breakout Infinite будет в описании под этим роликом. Так что заглядывайте. Ну что ж, а теперь точно все. До скорой встречи, всем пока-пока!